Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки кота. Здесь у меня Бугатти, она мне не понравилась, я только ради прикола ее сделал. А вот, вот эта машина, это я уже как-то случайно сделал. Так, это то, что тебе не понравилось, да? Ну, да. Даже стекол нету. И хотя, ну может. Да. Ой, блин, подожди, что и. А, механизм поворотников. Так, а вот тут кто-то машину хочет угнать, нормально. А что это вот это за машина? Ну это, по-моему, какая-то. А я не помню, это я с мозга делал. Я ради прикола ее сделал. Там сзади ускорители круглые. Да, на Е активировать их. На Е? А, я сразу догадалась, что там это будет стоять. Тут еще есть Х. Ой, я прям в дерево меня вбил, в ветку. А, прикол. Сейчас помогу. Прям ровно. Ну, есть еще свет. Нет, ты меня вытащить. А, ладно. Так, ехать она может, ну, немножко не дрифтит. Сейчас попробую полететь куда-нибудь. Ой, слишком сильно. Неуправляемые эти двигатели. А пропеллеры крутятся? Что? Пропеллеры крутятся, а, говорю? Да. Вот, и едь обратно. Я тебе... А у меня колесо отвалилось, и я перевернулся вообще. И в цветок вбился. Ладно, мне надо ресетнуться. Я уже назад не вернусь, у меня колеса нету. И жестко. Я прям в этот, в цветок влип. На ускорителе летал, я на базе. А как они крутятся, скажи? Из-за турбин, потому что я увидел, что они не в ту сторону повернуты. Мне их пришлось поменять их, это. А потом я увидел, что они зафиксировались, и сейчас, короче, сейчас рычаг. О нет, автоматика, оно едет от того, что там крутится вот эта коробка. Его что-то держит. Ладно, давай тогда отцепь. Там отмасштабируй что-нибудь. Вот, крутится. А, там фиксатор снизу был какой-то. Вообще вначале планировалось, что типа надо зажать Е, и оно включится типа турбина, и будет крутиться двигатель. Но вот этого не случилось. Да. А тут колес одного нет. Ну да, потому что оно зафиксировалось. Ой, потому что я типа механизм показать. Ну, в общем, что-то типа такого. О, ну, вот, пропеллер крутится. Но это уже не машина. Ну да. Либо пропеллеры, либо машина. Да. Есть еще какой-то спорткар, но я не знаю, что это. Давай посмотрим. Так. А, вот это. Это что такое? Ну, спорткар. Ну тут сфера еще вот это прикольно выглядит. О, даже дверь открывает. Только она в небо улетает. Недоработка. А как залазить? Через дверь же? Да, через двери. Ну кто нажимает на дверь? Закройте. Так, ну там тоже рядом запчасти есть. И она тоже очень сильно лагает. Как первая машина. Чтобы покататься. Так, тут никаких кнопок ничего нету, да? Да. Так, а вот это что? Ну тут дверь есть тут. Да. А это что такое? Тоже колеса? А, это я делаю заготовки, а потом их переношу на машину. Нет, машину в дерево. Пилот какой-то, водитель, то есть. Повазь давай, машина испорчена. На меня сели. Двухэтажное сиденье. Реально. Так, ну, дайте я включу. Вторая дверь тоже открывается уже? Нормально. Да, обе двери. Так тут, вон, с одной стороны неудобно, а, да, везде так. Надо зажимать именно кнопку, чтобы открывалась дверь. Ну да. Нажимать. Над этим можно поработать. Не, это наоборот хорошо. Я сначала не очень понял. На это... мне катается Никита. Это хорошо, но и плохо. Так, ну давай тогда следующую постройку смотреть. Установлюсь. Так, что у меня есть? Ну, вертолет это было у Кримсона. Так, военная техника. Так, что ну, здесь? Какая военная техника? Ай, отцепись от меня. Что-то военное. Ой, это там... заготовочки. Я их типа ради прикола сделал. Это что такое? Это военное? Это мельница. А как это к это войне относится? Типа... А смотри, оп. Это к войне относится? Давай, прыгай на мелкие кусочки. Нет? На меня тучи поставили. Так, давай. Боль. Ой, это больно. Бежим, давай туда. Так. О, ну да, это, я не знаю, зачем это? Это для блоков. Я не знаю. Заново загрузить, чтобы стенка была. В ютубе что-то типа... Стенка была. Машины на вот этих штучках. Я решил это построить. Что происходит с танком? Мельница. Ну и вот, короче, я построил такую штучку, но она не сработала. А если туда блок поставить? О, это будет капец, наверное. Так, сейчас туда будет падать блоки. Подожди. На мелкие кусочки блок раздробить. Сейчас. Ну вот, допустим, блок. Масло убрать надо. А нет, наоборот, надо блок из масла взять. У меня есть идея, как это сделать. Стой, этот не убирай блок. А куча масла просто поставить. Так, готовься включать это. Сейчас, оно туда упадет сначала. Никита, пока. Стой. Нет, масло не туда. Ну ладно. Ой. Все, не надо фарш из лисички делать. Так, все, включаю.
Тебе там нормально? Сейчас, подожди, я еще крышу могу сделать, если хочешь. Неуважение к лисичке. Нормально. Что? Так, я буду наблюдать, что там. Из-за вот этого стульчика Никиты я не могу... О, я же могу сделать вот так. Ой, бедный Никита, он там сидит. Он вылезти не может, вот это. А, ну ладно. Все, фарш. Фарш. Из лисички. Фарш. Ладно, выключаю. Зато пельмешки будет из чего так, делать. Так, дальше. Так, ну это не работает. Ну, так, тут есть и еще три танки. Штуки. О. О, это для лисички. Можешь Никита... А, блин. Сейчас Никита уберет, я покажу. Никита. Надо, Никита, чтобы я сказал. Удали стул. Сейчас напишу. Удали стул. А ты можешь, знаешь, ты можешь просто ресетнуться. А, ладно, сейчас перерожусь. Все, он там присел. Так, а так. Он понимает. Садись на стульчик, вот тебе. Сколько угодно сиди. Так, одевай костюм. И что это вообще такое? А, не, погоди. Я когда его сделал без фреза, оно как-то перевернулось немного. Это типа пушки военной. Ну, не военной, а лазерной. Она стрелять может? Ну, сможет. Если поставить пушку, сможет. А, ну, я не в этом, ну ладно. Лиса-пушка. Кримсон тоже что-то похожее делал. Такое он много другого. Можно поставить пушку. Прозрачность на 100%. Пулемет поставить можно, и там потом будет стрелять. А, реально? Нет, именно пулемет. Да. Такой механизм. Тогда будет лиса-убийца. А, не, да, я не про это, ну ладно. Да, на 100%. Это лиса-пушка. Ой, что-то не так пошло. Не так, не по плану. Ну, теперь идет дым из лисы. Бедный. Это лиса-пушка. Ой, зачем? Так. Во, вот так попробуй. Да, на 100% прозрачность. Что-то пошло не по плану. Да потому что пушка вращается. Мне нельзя ее вращать. Ну, да. Короче, пушка... Я могу, двигая мышкой... Ладно, уже не могу тебя перемещать. Так, а вот это что такое? Это мини-раты? Это танк, только... Вот это... Там управление, конечно, свое. Так, ну, танковское. Да, танковское. И еще тут есть кнопка GK. А как им стрелять? Никак, это я еще не доделал. Ну, если... Стой, подожди, не вращай пушку, не вращай пушку. А как в обратную сторону пушку вращать? А так, там G. А вот, вижу. Да. Стой, можешь остановить? Это уменьшенная версия Ратте, что ли? Дай пушку поставлю. Это уменьшенная версия? Ничего себе. Да нет, это я как-то придумал. Может, построит. Ну, короче. А он назад ехать не может. А может. Может. Я просто когда настройки делал, я как-то задумался, может, так сделать как-то. Ну да, это как у танков бывает. Но это Ратте. У меня в детстве был танк, и у него такое управление было. Так, такой игрушечный танк, да? Блин, пушку не надо такую. У меня тоже. Ладно, она что-то не ставится почему-то. Так, у меня вроде бы уже ничего поставить, потому что мы все интересные слоты прошли. Не, пушку не надо смотреть. А вот это что? А вот тут уже есть пушка. А, это электрический танк, типа. Типа, со средневековыми пушками. Реально. А где вход? Вот эта черная штучка, она с коллизией, без коллизии. О, нет! Это... У меня там голова стоит. О, вот это он едет, конечно. Едет, и сразу пушка вращается. А она не останавливается. Вот, все, я настроил гейджи. ПВП включи режим. Надо. Я тебя стрелять не буду. Ок, колеса поворачивать не могут из-за борт. Просто ПВП включи. Так, ПВП модуль. Надо Араты остановить. Ничего себе. Он тимится с нами. Что он говорит? Тимится. А я не знаю, что он говорит, наверное. У меня тоже решетки. Не, это удалили то, что можно было урон наносить по... ПВП режим включи. А, да, точно. О, ничего себе, она там раскрутилась, эта штучка. Вот. А нет, я все пушки сломал только. Неприкольно. Можешь заново загрузить? Ура, ты лопнула башня. Вот это лиса откинула. Стой, можешь заново загрузить? Все это. Кого загрузить? Вот это еще раз, да? Да, ну слоты. Так, военная техника. Фарш. Сейчас у меня есть одна очень интересная идея. Можешь расфиксировать? Эта идея заключается с Ратой именно. Включи у Раты, у пушки максимальную кручащую... А нет, максимальную скорость. Хеликоптер, хеликоптер. Нет, не надо! Не так, я не это имею в виду.
У тебя самолетное место, вернее, это уже летающий танк. Так, да, все, включил. Так, теперь, сейчас, когда я скажу, удали вот этот главный блок у башни. Удаляй. Да. Ой. Я хотел, чтобы башня чпокнулась. Ясно. Ну ладно, не получилось. Есть идея, стой, смотри. Сейчас будет эксперимент. Берем пушку от танка, и нам надо ее кое-куда перенести. Куда? Куда? О, это будет самая опасная в мире вещь. Лица. Это будет. Всем лучше уходить отсюда, подальше. Боже, что с моей головой? У тебя голова оторвалась. Это лисаратая пушка. И что ты хочешь с этим делать теперь? Не знаю. Зачем тебе такое? О, есть идея, я сейчас удалю основание. О, ничего себе, она отлетела. Так, ну давай тогда дальше, если будешь показывать. Так, если у меня, конечно, есть. А что это за всех? Что здесь? Тут... О, это что такое? Вот это постройка, которая залетела в лучшее. Вот это. Только я ее немного детализировала. Ну, вообще-то в лучшие не я постройки ставлю, а другой. Вот эта постройка залетела в лучшие, да? Да. Ладно. Конечно, без ракеты, это я уже потом добавил ракеты. Ракету оставь, ракеты это самое лучшее. Согласен. А как мне залезть? Крышу надо. А, это я вначале и не думал о таком. А машина ехать не умеет. В смысле? Это уже проблема такая. Машина может только летать. Ой, остановись. Странная машина. Так, вот, поворотники сейчас подключу. А машина, она вообще ехать не может, даже вперед. Теперь машина может поворачиваться и ехать, и еще летать. Как и одна из твоих машин. О, машина Доминика Торетто. Ну, что-то похожее, мне кажется. Так, и тут еще что-то есть. Но я когда увидел водопад, то подумал, что это что-то очень крутое. Это, конечно, я не думал, что она такая крупная. А, тут тоже управление отключено. Оно почему-то все к сидушке подключилось. Ладно, ты пока привяжи, я хочу посмотреть что-то. Что, мини-городок, что ли? Ну, как мини-городок? Мини-уголок. Это военные... Не, вот это, водопад. А, ну, это что-то, да. Только цветы большие. Так, тут есть водопад, а как наверх забраться? По лиане, что ли? Ой, нет, не по лиане. А, рычаги ни за что не отвечают. Так. Курим. О, тут домик маленького человечка. Он слишком маленький. Согласен. Но тут цветки размером с дерево. Так, водопадик я... Ай! Ничего, я же хотел просто... Стой, выключи ускоритель. Выключи. Останови, пока можешь. Главное, не прыгай. Фиксацию отключи. Колёсы взлетелись. Лучше заново загрузи. Это уже не будет работать. Да. В смысле, а почему не сработало? Прикол в том, что она почему-то не улетела, хотя она должна была улететь. Так, вот теперь спускай. Тут ангар еще. А это что такое? Где? Мини-технологии? Это типа фары. Это просто... А я думал, это мини-машина. Я с ним брал и носил на машине. Ну, понял. Так, машина работает? Кнопочки? Нет, сейчас я ее настраиваю. Так, привяжи тогда. Ладно, пока ты привязываешь, я посмотрю тут окрестности. Так, запрыгиваем только через окно, понятно. Тут хранилище и отсылка на FNAF. Возможно, можно и так сказать. Так, ладно, ты пока привязывай машину, я тут побегаю. Я уже привязал. В этом ангаре есть крутилка, чтобы лисы делали электричество. Реально. Дальше. Еще один ангар, в котором... типа ничего. Машины на двух колесах. Новые технологии. Новые, да. Так, а вот тут что? А сейчас я могу посмотреть эту машину. Нет! Нет, не надо. Подписчик, купи машину. Так, а мне... Ой. Эти бомбочки работали, но только они отключились почему-то. О, зато здесь почти ничего нет. О, нет. А как эту бомбу отлепать от тебя? Ой. Как бомба от тебя? Масло тут есть? Просто я улетаю куда-то. Надо бежать, пока я могу это сделать. Нет, машина. Сейчас я помогу. Так. Конфетка. Машину спасать надо. Заново можешь загрузить? Ты ее. А, ну давай, спасай машину. Я быстрее, чем поток воды. Вот я ее догоняю. А, я прям могу заморозить ее. Нет, я бегу на базу. Тут еще есть вышка, у которой открывается дверь, наверное. Потому что тут есть кнопка. Да. А нет. Не открывается. Странно, а должна открываться. Все, я украл машину. Просто тут заросли уже попадают в эту вышку, поэтому не открывается. А, это в белой команде так. Я не в белой строил эту. В какой? Я не знаю. Это давновато было. Так, дальше тут еще есть кнопка какая-то. А. Ай, я перевернулся. Так, машину вернул? Ну, типа там. А вот это что, поезд? А, нет, я хотел сделать типа как у этого, как его там, у Кримсона машина такая. Что перевозит вещи, но... Грузовик. Ай! Меня в космос отправили. За что? А, спасибо, я теперь еще и перевернул. Вот.
Так, а можешь вот это спустить? Ну, палочки удалить, я смотреть. Ну, будет работать. Буду активировать. Да, сейчас. Так, раз, три. Так, сейчас посмотрим. А где стульчик-то? А, так он возле грузовика. Отдай. Он, надеюсь, работает. А, нет, там управление отключено. Не, можешь привязать? Я пока кое-что. Так, все колеса выделяем. Так, просто привяжи. Колеса привяжи. Так, готово? А, ну, да. Этот не едет немножко. Это из-за задних. А, стоп, погоди. Тут уже кор везде просто ходить. Ай, меня задавило. Ну, ты хотел сделать, но не доделал. Да. Так, ну вот еще это я... У меня был слот, где я пытался повторить на другом слоте. Но у меня произошла такая штука, что типа... Я хотел прицепить... Это работает. Должно работать, по крайней мере. Там колеса могут крутиться, по идее. А это что? А, не, оно тоже может летать туда. А вон там у тебя вот тут грузовик все работает. А гарпуны зачем на самолете? Гарпуны? Да. Так, и это... последнее, что осталось в этом слоте. Ой, ладно. Это цепочки. Это зачем? Это я хотел повесить лампу в каждом ангаре, но цепочки не рассчитали, что оно будет такое тяжелое, поэтому... Стой, они не смогли выдержать. И теперь последнее, что осталось, это вот этот желтый портал. Нет. Стоп. А, понятно. Дело в том, что портал мой бедный друг строил типа подземную парковку. Иди, я решил к нему тянуться и случайно сохранил этот портал, и у меня получилось это. Ну, в общем, эти цепочки, можно на них что-то повесить. О, парк сразу же поломать. Так, ну, еще что нам будешь показывать? Да нет, вроде бы все уже перечислили. Да, все перечислили, что у меня есть. Топовая. Тогда все. Пока. Пока всем. Спасибо, что показал свои постройки. И пока. Садись пока мне на плечо. Садись. Ну ладно. Значит, о, нормально. Пока. Пока.